Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новый транспорт и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Series X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, с вами Маркус. Ну, мы продолжаем проходить задание. Да, тут в принципе все и так логично. Что ж, у нас осталось, в принципе, только два задания. Нетрадиционная война. Спасите человека, которого взяли в заложники бойцы Мэри Уэзерс. Так, кого-то надо спасать. Мне не нравится то, что я вижу на заднем фоне базу Нупа. Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Надеюсь, это не нападение. Это, скорее всего, нападение на базу Нуб. Это по-любому база Нуб. Вот эти очертания мне капец как знакомы. О, ну слушайте. Так, ну что, это дело непростое, поэтому я подобрал для вас лучшего пилота в мире. Кажется, вы с ним уже работали на Коперика. Пи, давай это сделаем. Чарли говорил, что, типа, он собрал команду из трех отбитых. Он, вот этот Пи, вот этот Рустер и... все. Так, ну... он нас сейчас до туда докинет. Надеюсь, это не... ну, это, скорее всего, стелс. Это по-любому стелс. Я могу бесконечно брать закуски? Ну-ка... еда. Так, вроде сейчас все по максимуму. Подожди, я услышал. Мне показалось, или я услышал, что Ави Шварцмана мы должны будем спасти? Да, Ави. Да вы угораете, а. Ну, да зачем он мне нужен? Я уже... мы уже его какой раз встречаем по сюжету онлайна, блядь. Мы его постоянно спасаем. Что в обычных ограблениях, что в казино, что сейчас. Какой это геморрой. Так, а чё, а когда можно будет прыгать? Выйти за выигрыш. Во, можно. Во. Да, это база Нуб. Это, мать его, база Нуб. Направляйтесь к серверной. Ну куда же мы еще можем направиться, а? Я, конечно, не прошу от роков прям конкретно новые локации. Ну это серверная. Ну, вставьте еще какую-нибудь херню в это здание, а. Это серверная, мне кажется, уже всех достало. Просто всех. Тихонечко садимся. Я вижу по карте одного типа на крыше. А, типа я должен был высадиться на крыше. И типа... стелс. Ладно, погнали. Так, надо без палева пройти. Так, этот. А, вот двое, да? Блин, здесь, конечно, вдвоем надо стрелять. А, все, спалился. Твою дивизию, а. Ладно, срать. Стелс явно не намечался. Сейчас с крыши, что ли, кваркнулся, чтобы меня достать? Срать, вообще так всех перестреляю. Так довольно-таки проблематично по двум сразу же стрелять. Надо тут... да, тут, конечно, для двоих. Вот все миссии в этом обновлении рассчитаны на двоих. На двоих. Но их можно пройти в одиночку. Но вдвоем в сотни раз проще. Конечно, в сотни раз. Если вдруг у вас будет шанс пройти эти задания вдвоем, то проходите обязательно вдвоем. Так, ага, Ави Шварцман у нас с той стороны.
И с той стороны же я много слышу обзывательств. Значит, противники тоже с той стороны. Пошел нахер. Блин, мне бы, конечно... Ой, я кого-то там увидел. А почему здесь и Мэри Уэзерс? И... Нуб. Ну, это база нуб, конечно. Тоже что-то я пытаюсь придраться. Мне бы, конечно, быстренько выйти отсюда. Здесь вообще неудобное место здесь. Так, ладно. Пытаемся бегом. Не вылазь нахер даже. Так. Ай-яй-яй-яй. Так. Блин. Из-за этой дымки нифига не понятно. Так. Ага, во. Так. Ага. Надо... Конечно, стелс, мне кажется, был бы чуть-чуть попроще. Хотя хер его знает. Ой-о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 й. Меня напрягает, что я вижу много противников по бокам, но никого так не достаю. Ага, вот здесь. Так, спереди, сзади. Нет, умри. Ой, как я круто гранату-то кину. О, ну грохнул все равно. Так. А, ну Айви Швартман прям к стене стоит. Так где вы, а, власти уже? Ладно. Это вот не самый удобный... О. А вы что тут двое стоите? Я одну охраняете, что ли? О, где? Пошли давай. Не дайте меня подстрелить. Они окружают здание. О, ну прикольно, ну конечно. Пляши, мразь. Ну, да, конечно, пытаться здесь на стелсе пройти. Точнее, даже можно было не пытаться пройти на стелс. Ой-ой, слушайте, а их что-то тут много уже скопилось. Ты за мной побежишь, я знаю. Так, все, нахер, наверх побежали. Поскорее. Ну все, Ави потерялся. Давай, иди сюда уже. Срать, бежим нахрен. Все. Блин, кто прошел на стелсе, напишите, как оно вообще. Ага, да вы что? Еще и Авенджер в жопе, да? Неподалеку. Они это называют неподалеку, да? А, что такое? Что ты меня топахнул? Так, давайте будем просто осторожны.
Время здесь у меня. Ой-ой-ой. Пошел в жопу. Время здесь на моей стороне. Можно все осторожно проходить. Осторожненько, всех по очереди убивая. Ты вообще прям шикарно. Интересно, я гранаты взорву эту фигню? Ой-ой-ой, у меня броня, оказывается, кончилась. Так, ладно, все, нужен транспорт. Да вы чё, охренели, что ли? Вы прям специально сразу же по колесам палите, мрази. Блин! Ну, ладно, окей. По-тупому, конечно, я умер. Надо было прорываться просто пешкодрапчиком. Я что-то решил на тачке пройти. Но это, в принципе, самый легкий вариант. Сесть в тачку и проехать просто. Я одного факта не учел, что надо было сначала перед этим всех перестрелять. Я сейчас чувствую, будет пальба жесткая. Еще и этот припаркован в жопе мира. Так. Угу. Давай, я не хочу отсюда вылазить, там я вижу вертушка есть. Ёк. Вию. Далеко ли я ее кину? Я что-то убил? Судя по эффекту вот этому. Ай-яй-яй. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Пляши, собака. Хе-хе-хе-хе. Ух ты! Ах ты, сучок, ты такой хитрый, а. Так, смогу? Попал. Так, восполняем хпшки, сидим дальше. Надо, мне кажется, вот за этой херней спрятаться и стоять пока. Так, 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 так. Да и что ты, достань ты уже! Дебил, блин. Да откуда палят, а? Пошли нахер. Взрывать всех будем, блин. Что-то я там... Да что... Меня с нескольких сторон пытаются достать, а? Ой, брони-то больше нету. Тихо, тихо. Они просто оттуда лезут, что ли, я не могу понять. Откуда уже стреляют? Тихо,
Я боюсь даже вылазить куда-то. Прибеги вперед. Надо пробежать вперед и здесь где-то встать. Ага. Ага, понятно. Патроны кончились. Ты где ты там, а? Нашел. Нет, это геморройно. Меня в любой момент могут хлопнуть. Да, вообще не есть хорошо. Прикольно, я спрятался. Так, опа. А, не, не попаду отсюда явно. Да ты охренел, я тебе по башке попал, блин. Он вообще... Ты умирать? Ну-ка нахрен, гранату тебе туда. Вообще собирается умирать? Планирует сегодня? Вроде умер. А, нет, это другой. Не хочу даже тебя доставать пытаться. Мне надо бежать просто отсюда. Блин, все-таки может реально транспорт поймать, а? Надо было... Блин, нет, я бы скорее всего... Если бы я попытался вызвать бы тачку, я бы с этим инвалидом бы хер бы добежал. Ладно, пешим так пешим. Блин, я долго буду бежать, честно говоря. Вы вообще хер ли там на холмах этих забыли? Мудилы вы хреновы. Они прям реально напихали противников во все щели. О! Блин, я думаю, это к нам машина едет. О, слушайте, ну я сейчас у копов просто тачку угоню. Ты какого хрена вы оттуда умудряетесь так точно по мне попадать? Вот чё вы там все забыли? Где? Вот хер ли он там делает? Вот чё он там делает, а? Отстаньте вы уже от меня, дайте мне просто этого... инвалида доставить, а? Все, поехали в тачку, а? Быстрее, 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 а? Хотя бы последние 50 метров я проеду, а не пройду. О, уже проще, уже проще. Ну, немножко, да, немножко геморная миссия, честно, честно. Но то, что вот Avenger он в очки припарковал, это, конечно, самый печальный нюанс в этом всем. Вуп-вуп. СССР для полис. Слушайте, с учетом того, что я вижу, что мне надо броню надеть, и еще можно хавку подобрать, чувствую, я что-то продолжаю. Да, реально, расслабься, сядь уже, либо стань нормально, блядь. Как ты вообще угодил к ним в плен? Я ничего не делал. Ну, может, слил какую инфу из бункера Дона Персиваля, основного крепкий дружи Мэри Уэзерс и провести спасите у своего партнера. Вы же там тоже были. Почему они на вас не напали? В общем, они меня похитили, приставили ствол в голове, сказали добыть для них кучу секретных данных. Как оказалось, в основном на вас. Ох, ну и стресс, просто невыносимо. Не хочу вас пугать, но к нам приближаются... А, ну все, можно теперь за компьютер сесть. Ууу, хард. Как, хор какой-то.
Джет еще. Где, 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 где? Только что же... Помнится мне... Охренеть, а что так много-то? Что так много? Воу-воу-воу-воу! Еще эти привезли сюда. А как их называют? Сэвиджи, блин. Вспомнили они. Так, где ты летаешь? Меня джеты напрягают больше всего, конечно. Что там они там хотят делать? Воу-воу. Да что они делают, я не понимаю. А, типа мы сваливаем, да? И компьютер теперь мы официально вернулись в пол чего-то там. А, так я же могу стрелять. А, типа нас задудосили, что я не могу понять. А, типа он автопилот вырубил, что ли? Я не понимаю, что мы делаем вообще? Мне типа надо джет достать, что ли? Ну вообще ему прям фартит. А, нет, не фартит. Все? Я не пойму, что произошло. Типа они пытались на автопилоте лететь и их разматывали. Вот в этих заданиях прям, ну, реально ощущается хардкорность. Не знаю, как вам, но вот прям балдеж. Балдеж хардкорности. Вот так вот должен быть выглядеть режим хардкорно. Хардкора. Сложность. Высокого уровня сложности. Во. О, что это такое? Первый раз такой дичь увидел. Ну что ж, мы прошли предпоследнее задание. У нас осталось, в принципе, чуть-чуть, прям самую малость пройти, и все. Если вам понравилось, вы уже знаете, что делать. Там поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться на канал, чтобы не пропускать другие видосы по обновлениям. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь.